Я не могу ничего сделать. А ну иди сюда! О! Нет! Папа быстро попался! Бегает! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами играем в игру Schoolboy Runaway. Это игра от создателей Метели, в которую мы с вами много раз играли. Можете ее здесь заценить и посмотреть внизу в описании, чтобы освежить память, или, может быть, вы просто не видели и хотите хорошенько так кайфануть. Эту игру вы мне советовали в комментариях довольно-таки часто, и кто-то даже написал, что там есть отсылки на меня. Посмотрим, так это или нет. Я знаю, что в Метели были отсылки на меня, там целая глава была мне посвящена, поэтому разработчикам, если они смотрят, привет, спасибо, было очень приятно. Если здесь будет, я тоже буду очень рад. Короче, это игра о мальчике, который Schoolboy, школьник. Возможно, он мой подписчик. Возможно, я сделал его детство. Итак, акт первый. Погнали! Вот мы сидим, играем во что-то. У нас дико-дико глючит монитор. Возможно, надо провод проверить. Кто-то нас зовет. Батя? А, нет, это друг. А уроки все сделал? Нет. Да, все. Ну, конечно же, мы должны набрать. Тогда неси дневник. Почему дневник я должен нести? А, мама хочет проверить, все ли я уроки. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Господи. Баловался. И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Стыдно, мать. Бегом, прости. Учить уроки. Никаких гулянок. Но я ведь сделал все уроки. Он сегодня не выйдет. Посмотрите состояние крыши. И смотри у меня. Если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, получишь по первое число. Боже мой, это прямо как в моем детстве. Я все это помню. Ох, ужасные воспоминания. Итак, что это за тетрисовые кубики? Что за прикол? Что это за задача такая? Равные фигуры имеют равные объемы. Правда? Слушайте, а может мы не будем играть, а просто почитаем учебник и узнаем много нового полезного? Скорость ракеты равна 8 км. За сколько минут она пролетит 960 км? Я никогда об этом даже не задумывался. Сейчас мама зайдет и увидит что-то необычайное. Я сижу и с интересом учу уроки. Но это взрослый Евгений, он проявляет интерес к науке. Маленький мальчик Андрюша, конечно же... Куда ты пинаешь, а? Вот же дебилы. О, это батя мой. Блин, вот реально все из моего детства. Прям как будто это моя комната. Мои суровые родители. Незаметно свалить из дома. Короче, это типа Гренни будет игра. Или типа Метели, где надо, чтобы было все незаметно. Это игра о тяжелом прошлом и тяжелом детстве. Когда гулять нельзя. Когда батя орет и стены картонные, я слышу его так, как будто бы он здесь в шкафу сидит. Окей, нам нужно... что-то искать, видимо, чтобы сбежать. Но здесь у нас ничего нету. Смотрите. Фотка. Это я. Дата. 19.07.2010. Возраст 8 лет. Кубик Рубика. Опа. Это кот. Но от чего этот кот? Может, от компа? Я могу комп включить? Стоп. Я комп включил. Загружается. Опа. Пароль. Сейчас устрою ему засаду. Это ко мне. Это точно предупреждает меня. Папа такой наивный. Думает, что я не слышу его. Эй! А ты куда делся? Папа в гневе, очень гневный. Какая музыка тревожная стала. Я не знаю, могу ли я выйти? Ну, шел. Опа! Опасность миновала. Отлично. Я думаю, стоит попробовать дверь открыть. Сейчас по шагам слышно, что кто-то ушел направо. Опа, дверь открыта. Так, это кухня. Там мать. Закрой. Что здесь? Это ванная. Я ничего не вижу. Надо свет включить каким-то образом. А вот. Сортирка, тезики, всякие средства. Здесь нету ничего. Ах ты мелкий засранец. Как мне в ванну зайти? Как мне спрятаться? Стоять! Нет! Попался! Он просто выпилил меня за пределы Давай карты. Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. Какой спортивный папа. Он заботится о моем спортивном воспитании. Нас вытащили на улицу, кстати говоря. Ты что, совсем тупой? Он реально хочет, чтобы я пробежал? Я реально должен сделать три круга. Так, пока он не видит нас, мы можем забраться наверх. Как забраться наверх? А, мы не можем, здесь нет ступенек. Я бегу, папа. Давай, быстрее.
Это необычный сеттинг для эскейп-игр. А, кстати, у нас собачка есть. Последний круг. Он реально считает. Представляете, как они любят наказывать меня? Что батя даже футбол пропускает из-за этого. Смотрите, мой друг! Молодец. Мои друзья там! Теперь быстро уроки учи! Ну вот, я снова себя в комнате. Андрей и дата рождения. 2010. Эндрю. 2010, вот так? Не понял. Папа, папа, садимся обратно. Стоим, нет, стоим, да. Будем стоя, мы стоя изучаем. Вот так вот, стоя в углу. Постой-ка. Что-то здесь не так. Опа! Мой отец, это тот самый маньяк из метели? Ах ты засранец! Думал, я не замечу открытый шкафчик? Какой? Какой шкафчик? Думал, что я не замечу! Какой шкафчик? Папа, я изучаю уроки, и уроки изучаю! Это прошлое, давай это прошлое быстро, маньяка. 20 приседаний. Нет, 20 приседаний. Нет, папа, не хочу. Ладно, раз. Раз, семь. Нет. Мои слабенькие ножки. Это расплата мне за то видео, где я открыл спортзал и заставил весь город приседать. Нет. Вот здесь, в этом видосе, можете посмотреть. Нет. Папа, пожалуйста. 16. 17. Ты хочешь, чтобы у твоего сына была самая накачанная 19, попка, да? 20. Надо еще раз посмотреть, что же там не так с этой фоткой. Включаться будешь, комп? Комп. Как будто ты комп издал звук. О, вот, наконец-то, надо было по клаве стукнуть. Стоп, но это же не дата рождения, а может быть это дата, когда... Ой, папа меня пугает. Может быть это когда сняли фото, а возраст 8 лет. Здесь мне 8 лет на фото, а дата рождения получается 2002. Давайте проверим эту теорию. 2002. Есть! Опа, у меня установлена одна единственная игра «Метель». Ну-ка, играть демоверсию. Сегодня работа немного затянулась. И мне тут что, прям реально будет целая ночью. Игра? Мы можем играть внутри игры, нифига себе. Вот это прикольно. Ладно, я не буду играть в эту игру сейчас. Да, прикольно. Что у нас здесь есть? Ютубчик. Слушайте, мы реально можем смотреть даже видео на Ютубе. А я могу что-то другое в Ютубе написать? Это же обычный Ютуб, я так понимаю. Юджин. А, вот, в этой игре есть на меня ссылка, видите? Целый мой YouTube-канал, подписывайтесь, пожалуйста. Интересно. Потом у нас есть здесь почта от папы. Отправить фейковое сообщение. Приветик. Типа я отправляю папе сообщение. Вон, оно пришло. Итак, у нас есть переписка с Игорем. Привет, скинь домашку по математике. Привет, я сам не делал. Да, и тогда, погнали гулять. Го, фика. Моя девушка. Ну, я еще не предложил ей встречаться. Это еще... Пока еще не знаю, я не могу вот перейти вот эту черту. Но мне очень хочется выяснить, что же между нами. Мы встречаемся все-таки или нет? Надо будет спросить ее. Мы уже год с ней гуляем вместе, но я еще не предложил встречаться. Приветики, ты кто? Андрей из 5 А. Ясно. Это все прям про меня. Равнодушные ответы девушки. Как дела? Что делаешь? Выходи погуляем, игнор. Почему ты не любишь меня, Вика? Ну что я должен сделать? Замутить себе летсплей канал на 5 миллионов подписчиков, что? Ладно, что еще здесь есть? Музыка. Drum and Bass. Какого хрена так случилось? Меню. Выключить. Скорей. Учить. Учить. Вот так, стоя. Стоя в углу. Учим. Угу. Объем прямоугольного параллелепипеда. Мама, нет. Мама, нет. Ничего не было. Мама, ничего не было. Да вроде все на месте. Учи, учи, я просто зашла. Не строй себя добрую мать, ты кровожадная стерва. Вы с батей садисты. Она не закрыла дверь. Это мой шанс. Это мой шанс. Быстрее прошаримся. Раз. Ничего нету. Вот это мне нравится. Заперто на ключ. Мы там можем запереть кого-нибудь. Панель управления выключена. Хорошо. Тут понадобится специальное средство от жира. Хорошо, мы выключили. Все окна, конечно же, закрыты. Пойдем в ванну. Так, мы забрали стиральный порошок. Смотрите, решетка. А там есть какие-то отмычки или что это? Смотрите, у нас здесь есть швабра. У нас здесь есть тряпка. Со шваброй ничего не получится сделать пока что. Лампочка, я лампочку нашел. Что она делает в ванной? Может быть, можно тряпку постирать? Да. Перед запуском насыпьте порошок в специальный отсек. Это он. Есть. Здесь нужно будет свалить отсюда. Смотрите, что делаем. Значит, запускаем. Выключаем. Скорей. Скорей.
Мама услышит. Здесь кто-то был? Нет, не было. Я все замел, все следы. Кто рылся в мусорном ведре? Ах ты, паразит! Мама, я ничего не делал, смотри, вот ты уроки. Ты что, бать, за дуру держишь? О! Разве тебе не ясно было сказано? Нет! Батя ремнем! О, боже мой! Он имитирует удары, я не слышу шлепков. Вот же, как я так облажался. Надо было быть более бдительным и хитрым. С такими навыками все, что я могу, это только получить ремня по заднице. Прикольно, мне нравится игра. Алгоритм действий знакомый нам сейчас будет. Тряпочку берем. А где тряпочка? Погодите, а в этот раз ее нету. Окей, без тряпочки, зато есть лампочка. Все, добыл порошок, лампочку, неплохо. Я ни разу не пробовал зайти в эту комнату. Если я буду передвигаться, ну, сидя... Ну, да, мазила! Сидя. Так. Вот так. Нужно свет включить. Опа. Подсказок нет. Это моя мама. Это они поженились. Нравится это настоящие фотки, но лица прифотошоплены 3D-модели. Прикольно. Крипово даже. Это ключи от машины. Слушайте, я так роюсь по их вещам. Мне кажется, сейчас какую-нибудь кассету найду, которую не хотела бы находить. Хотя здесь есть сейф. Это отмычка. Заперто. Отмыкнуто. Нет, не может быть, что это просто так. Не может быть. Хана мне. Все, закрываемся здесь. Надеюсь, я как-нибудь выживу. Опа. Стоп. Кто открыл дверь? Сейчас ты у меня получишь. Он не знает, что я здесь, он не догадается никогда. В шкафу сидишь, да? Как ты это понял, батя? Вот я бы показал, как надо. Он сел обратно смотреть футбик. Отлично. А теперь еще раз. Я что, просто так открыл это? Это невозможно. Гад! Стоять! Попался! Давай быстро, 20 приседаний. Я этого не ожидал. Я не ожидал, что меня игра может напугать еще. Впредь веди себя хорошо. Я ненавижу тебя, отец. Тихонечко надо пробраться обратно. Слушайте, ну это тупо. Сколько можно? А куда он пойдет? Ой. Я точно закрывал эту дверь. Мне кажется, наказывать меня и чморить это их досуг. В шкафу сидишь, да? Попался! Ну как ты узнал? Значит, еще раз. Ноут. Блин. То, что он разряжен, это значит, что нам нужно будет найти способ его зарядить, или это так, просто предмет. Опа, тихо, ваза. Юзабельная. Оттуда может что-то выпасть. Ключ. Осторожней. Ну, как мне, слишком узкое горлышко. Какого хрена дверь открыта? Какая дверь открыта? Не было такого. Я ее закрыл. Но я же закрыл дверь. Моя дверь. Черт. Ладно, будем надеяться, что он меня не найдет в этот раз. А ну стоять! Он понял, что я здесь? А ну стоять! Что это было? Вот это было сейчас, что такое? А ну иди сюда! Он не ту дверь просто открыл. А, я понял, он глюканул. Все, мы закрываем дверь. Сейчас он уйдет. В какой-то момент он должен нас простить. Я надеюсь, по крайней мере. Попался! Блин! Третий раз уже! Концовка 1 из 8. Ого, сколько здесь концовок. Давайте попробуем снова. У нас фонарик в шкафу. Прекрасно. Я не могу его взять, но запомним, что он здесь есть. Одни инвалиды в команде. Вы как фитнес-тренер, только молодой. Они как инвалиды в команде. Действуем как в прошлый раз, только умнее. Опа! Зарядник для ноутбука. Быстро к папе в комнату. Смотрите, лампочка, отлично. Ноутбук. Подсказка, Геннадий. Вентилятор. Это что-то очень сложное. Вентилятор. Хорошо, тут у нас ключ. Это шум из спальни. Ой, блин! Как поместить обратно вазу? А ну да иди сюда! Жопа! Да жопа! Попался! Можно от этого расстроиться, а можно воспринять это как тренировку. Когда мы вырастем, у нас будут такие сильные ноги, такие ягодицы, что можно будет орехи раскалывать. И первый орех, который я раскалю, это папину голову. Ключ! Они не подняли ключ! Что это за ключ? Пожалуйста, откройся. Есть! Быстренько! Есть! Новая локация, как хорошо. Здесь мы сможем кого-то запереть. Смотрите, спрей от насекомых. Радио. Судя по всему, нужны батарейки. Что-то еще здесь найти. Что-нибудь. Тряпка. Опа. Аптечка заперта на ключ. Они все на ключ запирают, блин. Пойду полью цветы.
Арбузи? О, нет! Ладно, жрем до конца. Скрываем улики. Я не знаю, как это убрать. Это невозможно убрать. Все, я попал. Ладно, надо хоть с какой-то пользой уйти отсюда. Можно не париться о том, чтобы заметать следы. А я не поняла. Че это у тебя две? А ну иди. А я не поняла. Смотрите, у собаки какой-то брус. Это ступенька от лестницы. Давайте собачку хоть приведем в порядок. Хорошо, это последняя попытка. За неимением вариантов, я думаю, стоит помыть нашу тряпочку. Я не знаю, что мы с ней будем делать. А порошок можно вернуть обратно? Можно. Пожалуйста, только быстрее, только быстрее. Давай, 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 открывай, открывай, открывай. А! А! Папа! Мама! Мама, папа! Мама, пора! Разве тебе не ясно было сказано? Нет. Сколько ударов ремнем? Это и только все один и тот же день. Зарядка от ноутбука прямо у меня лежит. У меня сегодня другой план. Я попробую выйти вслед за мамой. Опа, ключи от машины. Че по тряпке? Тряпка есть. Ну тогда давайте стирать. Давай. Давай. Ну давай. Ну давай. Срочно вернуться оп. В комнату. Оп. Оп. Есть. Красава! Мне кажется, все было идеально. Так, надо пойти полить цветы. Отлично, мать идет цветы лить. Так. Аккуратненько. Пожалуйста, не закрывай дверь. Умница. Она открыла кран. Отлично. Выходим. Ничего не могу взять. Все, уходим. Бочка, на дне что-то есть. Я не знаю, может быть, с помощью фонарика можно будет посветить. А, у нас же ключи от машины есть. Багажник, наверное. Есть. Палка. Ой, было громко? Это было громко. Блин, валим. Блин, повсюду палево. Ставь ступеньку. Одна поставлена. Нужны гвозди, чтобы прибить. Я не могу ничего сделать. А ну иди сюда. О! Нет. Нет. Папа быстро попался! Бегает. Попался. Да, я снова приседаю. 20. Смотри 20. Мне. Впредь веди себя хорошо. Хорошо, папа. Я буду вести себя хорошо, папа. Когда ты будешь спать, я подойду и встану возле твоей кровати, папа. И буду вести себя так хорошо, как никогда. Папа. Ну что, пойдемте в комнату к родителям. Итак. Молоток. Сейчас не столь важно открыть сейф, сколько пошариться в комнате вот здесь. Может быть, мы найдем что-то еще. Для этого нужно, чтобы папа ушел. Ну, кстати говоря, почему мы папе не отправляем фейковое сообщение? Вообще, эта функция как-то отыгрывается? Папа пишет... Млыш, это мне пишут? Я не понимаю. Папа бухой. Уже сейчас? Смотрите, я могу еще отправить. Малыш, просто хотела пообщаться. Стоп, это интересно, к чему это может привести? Ой, извини, я немного пьян, понимаешь? А ты кто такая, красавица? Как он может знать, красавица я или нет? Он же не видит даже меня. Такой наивный папа. Хорошо, пишем ему в ответ. Я могу быть твоей маленькой тайной, если хочешь. Может, мы поговорим о чем-нибудь интересном? Я флиртую со своим отцом. Ого, интересное предложение. Что Бебе нравится говорить, милая? Мне нравится говорить о фильмах, музыке и о том, как ты сегодня провел время. Я не даю ему посмотреть спокойно футбол. О, он уже вожделяет. Я люблю шансон, баня с друзьями и футбол смотреть. А ты любишь фильмы для взрослых? О, это мои любимые. Особенно те, что я нашел у вас в шкафу. Да, какие фильмы тебе нравятся? Мне нравятся фильмы про любовь и комедии. А тебе? Мне нравятся фильмы про отношения. Мы с тобой похожи, да, малыш? Я специально переписываюсь с папой, притворяясь женщиной. Потому что я же должен научиться у отца, как с женщинами общаться. Я многому учусь сейчас. Да, детка, у нас много общего. Может, мы с тобой можем пообщаться вживую? Вот. Он сразу берет быка за рога. Но, детка, тут только ты. Тебе сколько лет, малыш? Это моего... немножко дразним. Сейчас он, конечно же, скажет, что он очень взрослый, опытный мужчина. Мне уже 43, но это не значит, что я ничего не могу. Так что не переживай. Это прекрасно. Ох, какой шугур дэдди. Я как раз люблю постарше. А, это переписка. Это переписка потрясающая. Как насчет того, чтобы встретиться? Все. Он пошел ва-банк. Ну давай. Ошибка, проверьте. Да, конечно, ты можешь приехать ко мне, я буду дома одна. А почему интернет? Почему интернет? Так, пойду полью цветы. Цветы. Мать польет цветы. Пойдемте вместе с ней польем. Погодите, нет, сначала здесь посмотреть. Надо пойти отпить. Только бы мама не шла.
Мать! Да сволочь! Да почему вы все одновременно? Нет! Ладно, у меня еще есть шанс. Жалко, мы не можем маме сказать, как мы с папой общались, мило. Или шантажировать папу. Вот это был бы классный трюк. Жалко, такую механику не добавили. Он бы стал на нашей стороне. Мы бы сделали его союзником. И он бы помогал мне сбежать из этого дома. Потому что он сам не знает, как сбежать от этой женщины. Смотрите, у меня есть грамота «Бездельник года». Лучший. Грамота за участие в конкурсе «Худший ученик 2014». Математика 0 баллов, физкультура 0. Это при том, что я постоянно приседаю и бегаю вокруг дома. Папа плохо меня тренирует. Природоведение 0 баллов и безделье 100 баллов. Двоечник. Я двоечник, и я делаю то, что мне говорят, но только вдвое хуже. И после этого родители говорят, что я неудачник и не находит повода мною гордиться. Что за завышенные стандарты, я не понимаю. Пойду полью цветы. Мама пошла лить цветы, а я пошел на кухню. Смотрите, средство для удаления жира. Тут же ничего нету? Ничего нету. Вот здесь нормально, безопасно. Стой, надо валить! Ну и? Нет! Нахрен я включил пульт! Нет! Ты, боже мой! Ты что, совсем тупой? Я не услышал, как теле включился. Из-за этого я время потерял. А что если аккуратненько так чуть-чуть в вазу дергать? Тихо, 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 тихо. Вот. Чуть-чуть еще. От. Блин. Нет. Ладно, прячемся здесь. Кто включил свет в спальне? Так, это плохо. Есть. Пронесло в этот раз. Ах ты мелкий засранец! Как? Стой-ка! Как ты увидел? Попался! Что ж, я отделался легкими приседаниями. Что если нам просто нужно понять, какой именно из вариантов подходит к сейфу? Пятый номер, третий, второй или шестой? Придется фоткать все стороны. Так, надо пойти полить цветы. Ой, ну мама пошла цветы лить. Немножко здесь, прям совсем чуть-чуть. Опа, гвозди, все, уходим. Вот гвозди для чего? А, прибить, конечно же, ту ступеньку, которую я пока еще не нашел. Отлично, зарядка. Кладовку открыли, лампочку поставили, свет включили. Я понял, когда я найду батарейки, я смогу как раз-таки отвлекать их. Что это? Спрей от насекомых. Кажется, я все посмотрел, я все увидел. Уходим обратно в комнату. Дальше фоткать. 2, 3, 4, 5, 6. Что-то придавило. Папа выходит. Придется пойти в его комнату. Если что-то взял? Что-то взял, не знаю. Надо бы проверить. Учитель этот балбес в уроке. Нет, нет. Пожалуйста, да пожалуйста, ну хоть раз дайте мне поблажку. Получается, батя после туалета... мать нашла. После туалета батя может зайти ко мне. А, черт, как меня все это достало. Я же еще в ванну не заходил в этой катке. О, тряпочка. Итак, большая стирка. Забавно, что мама вот сейчас, пока она крутится, не слышит ничего. Нет, нет! Там быстрей! О, мама, 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 мама идет! Она меня не найдет! Папа, ты, ну... Выходим, надо идти в комнату родителей. Срочно, сейф понеслась. А, почему? Смотрите, не переключается средний. Это значит, нам нужно найти именно ту, где красный посередине. Это именно вариант номер один. Здесь у нас желтый и белый. Есть! Отлично, я подумал головой и смог. Я еще какой-то ключ нашел. У нас есть батарейка. Батарейка для радио. Есть гвозди, чистая тряпка и какой-то ключ. Так, надо пойти полить цветы. Мама пошла цветы поливать. Кстати говоря, вентилятор. Точно, можно остановить. 5-4-2. Что если вот этот ключик подходит вот сюда? Да. Ключи от папиной машины. Папа, не смотри. Геннадий, 5-4-2. 2-5-4. Есть! Окей, блокнот, панель управления, код 564, браузер, что там папа браузит? Хоум-видео, я так и знал. Это прогресс, детка! И да, я вижу, что здесь у нас есть подсказка, но я не хочу ей пользоваться. И так же неинтересно. Так, надо пойти полить цветы. Я вот сейчас думаю, каким-то образом наверняка нужно будет к собаке подойти, и может быть чем-то ее отвлечь. Да что? А, вот, может есть какой-то... Нет! Блин, я надеюсь, это был не роковой огурчик. Слушайте, я на всякий случай, пожалуй... Ага! Блин. Ага! Нет! Разве тебе не ясно было сказано? Дурацкий огурчик. Теперь мне его запихнут куда поглубже. Опа! Смотрите, у меня тут лампочка лежит прекрасно. Отец пошел в туалет. Я хочу попытаться сделать очень страшную вещь. Быстро из вас достать ключ, пока он в туалете. Возможно, он не услышит. Быстрей! Где, мать его, ключ? Я не вижу, где ключ. Ухожу. Он выпал точно, да?
Или не выпал? Я не помню, выпал он или нет, я не услышал звука. Стоп. Что? Я точно закрывал эту дверь! Я что? Да я не закрыл дверь в спальню, да елки зеленые. Ну давай, иди и дай мне по это лицу. Это ты так уроки делаешь? Ну что, пойдем проверим, ключ выпал или нет. И ключа, разумеется, нет, потому что что? Ну вот можете же всегда что-то... Что у нас в сейфе? Зарядка. А если я могу обратно все положить? Может быть просто... В нагляк? Это шум из спальни. Как поставить? Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Я не знаю, где ключ. Успею? Ведь ключ. Ну, вроде все в порядке. Есть. Вроде не заметили. О, наконец-таки что-то сделалось хорошо. Ключ от кладовки есть, лампочка. Нам просто нужно освободить инвентарь. Сейчас мы лампочку и ключ сольем сразу. Потом нужно будет зарядку от ноутбука поставить в ноутбук. Так, go в кладовку. Лампочка есть. Ну-ка. Чего? Ничего. Опа, ступенька. Ладно. Хоть что-то нашел. 7-6-6. 6-6-7. Начало отсюда. Значит, мы можем воспользоваться ноутбуком. Геннадий, 6-6-7. 8-7-19. Пойду полью цветы. Мама пошла лить цветы. Успели я убежать. Боже мой, у меня все эти катки в одну слились. Я уже не помню, что я проверял, а чего нет. Смотрите. И куда она пошла? Она изначально не видела, что тут никого нет. Я таким образом могу себе время выигрывать, чтобы в кухне шариться. О, идет лить цветы. Идем на кухню. Так. Замороженное мясо, отлично! Нужно устроить дымовую завесу. Погодите, включай обратно. Я что-то нажал, на вытяжку. Дымовая завеса. Мать. Я бы никогда не обратил внимания на кнопку на вытяжке, если бы не дверной звонок. Замороженное мясо. Это для собаки. Надо его как-то разморозить. На кухне есть духовка. Значит, мы сможем там разморозить мясо. Я просто не знаю, сколько времени на это нужно, но явно не так много. Поэтому мама выйдет за цветами, и мы все сделаем. Цветы. Или микроволновка. Да. 10 секунд всего. Что там про дымовую завесу? Я так и не понял. Нет! Тихо! Быстрей! Понаберутся по объявлению! Я закрыл микроволновку! Ой, блин, сколько дыма! Что? Дым? Откуда дым? Я ничего не делал. Или, может быть, я выключил вытяжку, и она не заметила? Что очень странно, учитывая, что она любой сратый огурчик замечает. А что дала эта дымовая завеса? Я этого не понимаю. Мама отправилась лить цветы, и что здесь изменилось? Окно. Смотрите, фонарик. Я же с ним не могу ничего сделать. Стоп, я могу отсюда батарейку. Вот для чего это фонарик. Слушайте, выходим в окно. Как мне выйти в окно? Это не выйти в окно, а зайти, когда... Да, у нас же, если мы выходим с мамой, когда она за цветами идет, мы не можем никак зайти обратно. А так мы это сможем теперь сделать. Наверное. Надеюсь. Раз батарейка есть, пойдемте в радио ставим. Радио? Ой. Блин, нужно еще две батарейки, представляете? Если я правильно помню, а у меня уже все смешалось, как я сказал, то это последняя попытка в данной катке. Получается. Надо действовать так осторожно, как никогда. Мать отправилась поливать цветы. Это мой шанс. Аккуратно. Аккуратно. Есть. Отлично, у нас теперь две ступеньки. Надо их сразу разместить, я думаю. Я пока не могу забраться, видать, сюда. Потому что сломанная еще лестница. Окей, собачка. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Пожалуйста. Кушайте. Вот. Извините. Приятного аппетита. Что мы еще можем сделать? Можно ли брать, не знаю, шланг? Что? Стоять! Стою, папа. Стоять! Попался! Третий раз уже! Да не третий. Это уже 100-тысячный. Но я не собираюсь сдаваться. Мы сделаем это прямо сейчас! Попался! Давай! Быстрее! Сколько можно повторять? Попался! 4, 5, 6. Ты что,
совсем тупой? Учишься? Учишься? Ну, давай еще разок попробуем. Почему бы нет? Почему бы нет? Вот бы на бале будет. Вдруг на бале получится в этот раз. Вот бы на бале получилось в этот раз. Хочу бы, что получилось в этот раз. Со фонарик. О, хорошо. Что-то получается в этот раз. Ням-ням-ням-ням. Батарейки вкусные. Сразу пойдем в ванну. Почему бы нет? Так, батарейка снова там. Вот тряпка. Сразу давайте ее. Почему бы не постирать? Фу. Ой. Это шум из спальни? Надо проверить. Скорее. Скорее. Вот так. Идеально сработано. Наверное, почудилось. А выходим тогда, раз почудилось. Что у нас там осталось с Беллей? Тише. Что это я взял? Снотворное? Надо пойти отлить. Это мой шанс порыскать тут. Так, он тут хавает бутер, не трогаем. А может прямо ему в стакан... Стоп! О, можно! Так, ничего не делаем больше. В шкаф. То есть мы сейчас от отца избавимся? Зевает! Есть! Скорее, эта комната наша. Это мои владения, отец. Я свергнул тебя. Теперь я здесь альфа-самец доминантный. Надеюсь, его надолго хватит. Стоп, мама пошла поливать цветы, это важнее. Чё там? Ключ. 688. Что? Блин! Мать-мать-мать-мать-мать-мать! Мясо прям там лежит. Хорошо, надо место освободить в кладовке. Вот так. Отвертка. Ступенька. Хорошо. Сейчас с отверточкой поработаем. Надо бы проверить, учитель. Ой-ой-ой! Черт! Какой-то тварь, папа! Стой! А ну и попался! Блин, там комп был включен, там был комп включен! Давай, столько чувств внутри сейчас. Папа считает, есть. И меня это успокаивает. Швабра, тут же у нее была такая вот штучка, которую тоже можно открутить. И что мы... Это ступенька. С кладовкой пока что закончили. Теперь давайте троллить папку. Ага, ничего. Ключи вот прям лежат же. Блин, а я же особо и не смотрю на самих полках. Я только в шкафчики заглядываю все время. Давай, давай, учись. Хорошо, учусь. Иди, давай, все в порядке. Сообщение номер два. Окей, кажется, ничего больше нету. Надо бы проверить, учитель, это балбес уроки. Учишься? Да, да, все в порядке. Ну ладно. Мама, ты цветы полить не хочешь? Так, пойду полью цветы. Надо пойти отлить. Да почему, папа? А я выйду, мне насрать. Ой, мясо. Вот теперь бы успеть. А ну стоять! А? Попался! Я лучше в папки на руки пойду. Опа, молоток. Ну нет гвоздей. Я просто не могу, это супер тяжело. Давай-ка выманю маму сейчас. Надо разморозить мясо. Давай! 10 секунд. Это рискованно. Пожалуйста. Дай мне. Пожалуйста. Куда? Пас давай! Да пожалуйста! Есть, все! Мясо, мясо, мясо! Делаем то же самое. Раз, два, три. Выхожу. Дымовая завеса. Надеюсь, сработала. Ой, блин! Есть! Сколько дыма! Все равно я не могу пользоваться этим чертовым окном, но вот мама выходит. А мы выходим вслед за ней. Ладно, давайте. Значит, это первая, это самая маленькая ступенька. Здесь будет еще одна. Вот там всегда что-то есть, но я не знаю, как достать это. Теперь главное, чтобы никто сейчас не пошел проверять, в комнате я или нет. Что это, гвозди? Побежали. Черт, сейчас спалят. Зачем я закрыл? Папе показалось. Быстрее. Тихо, 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 тихо. Ребята, у меня ступеньки, у меня гвозди. Сначала гвозди, потом... Что? Пожалуйста. Да пожалуйста. А ну стоять. Пожалуйста. Попался. Ты черт. Сколько да можно, блин, повторять? Это был прогресс. А, надо было дать ему выйти, посмотреть и уйти. Так надо. Ладно, давайте еще разок. В моей комнате нету ничего. Пустота. Прекрасно. Эндрю... 2002. Зарядка. Тряпка есть. Тут снотворная. Что, я начинаю с верхней все время? 7, 2, 4. 7, 2, 4. 5, 5, 7, 3. Лампочка. Ладно, давайте посмотрим, что здесь. Синий. Открывай, пожалуйста, что-нибудь полезненькое. Ключ. Мне нужно что-то придумать. У меня много лишних предметов. Надо хотя бы вернуть вазу просто на место. Думаю, другие предметы он не заметит.
цветы. Это шум из спальни. Так. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Так. Пожалуйста, пожалуйста, остальное он не должен заметить. Ну, вроде все на месте. Все на месте, конечно. Что у нас здесь? Ключ от кладовой. Давайте заменим его на мясо. Быстренько делаем, максимально. Давай, давай, что я взял? Что я взял? Ключи от машины. Хорошо, спрей от насекомых. До сих пор не понимаю, где его нужно применять. Но у нас есть батарейки, которые можно слить. Где там мясо, которое уронил? А что это такое странное мясо было? Хорошо, все, мы здесь все абсолютно отсмотрели. Окей. По-моему, здесь уже ничего не будет. Давайте так сделаем. Я, по-моему, не успеваю. А вдруг успею? А вдруг успел? Или я что-то не закрыл? Да? Я что-то не закрыл? Да бей ты уже! Не бей! Странно. Я же точно слышала. Сейчас она ко мне зайдет. Комнате? Привет, мам. Как дела? Там дымка не прибавилась случайно? Нет? Да не, все в порядке. Можно здесь избавиться от предметов? А, да. Точно, мы ж папку терроризируем. Неслась. Отлично, батарейка еще одна. Отвертка, острее в ванну. Сейчас. Быстрее обратно в комнату! Фу, какой гадкий! Гадкий отец! Коварный, гадский, подлый отец! Сколько нервов, сучка! Молодец! В кладовку. Да батарейка! Окей. Закрыть. Швабра. Забрать. Все, я думаю, сразу на улицу пойду. Я прям сразу на улицу пошел. Прям сразу на улицу пойду. Что это? Гвозди. Мама, ты ушла уже? Ушла. Хорошо. Сделаем вот так. Молоток. Ничего, ничего, ничего. Он выйдет, а я в другую сторону пойду. Смотрите, о! А теперь он ползет. Теперь я ползу почему-то в комнату. Надо у собаки забрать что-то. А, это ступенька. Дай заберу. Спасибо. Опа, это звук. Ладно, ставим сюда. Сейчас попробую забить. Я хочу посмотреть, как это работает. Он не услышал? Никто не услышал? Что же с бочкой? На дне что-то есть. В ней дырка. Папа в туалет пойдет, сходит. Это шанс. Посмотреть еще вот здесь. Во-первых, эти кучки нельзя. Шланг. Я взял шланг. Может его в бочку вот сюда вставить? А вот его сюда можно вставить. Что-то наливается. Блин, это прогресс, друзья. Главное, чтобы мама сейчас не захотела полить гребаные цветы. Что-то надо с этим сделать, кстати говоря. Срочно причем. Ну все, это сливная катка, конечно. Подумал, же, я понимаю, я прекрасно. Да? Попался! Как же с бочкой-то поступить надо. Давай. Было? Во-первых, надо посмотреть, получилось ли что-то сделать. Наполнил ли я ее? Я ее, кажется, наполнил. А у нас есть еще одна попытка. Мы сейчас выберемся. Ну, точнее, выберемся, на крышу просто залезем и все. А что там будет, непонятно. Но это будет явно прогресс. Может быть, папу усыпить? Давай, давай, да. Быстрее! Я усыплю его. Потом выберусь на улицу через окно. Тут надо все правильно сделать. Нужно будет маму запереть в кладовке. Так, давайте думать. Очень... важно подумать. Сейчас мы отвлекаем ее звонком. Пожалуйста, дай мне возможность выползти. Выползаю. Да вот, надо было просто вперед жать упорно. Есть. Ладно, ставим сюда гвозди. Пока не буду прибивать. Или лучше прибить пока. Уходим в комнатку. В комнатку. А я говорил! Все, мама возвращается. Теперь вот важно понять сейчас и решить принципиально. Я сейчас всех усыпляю, запираю и прибиваю следующие. Или же мы выигрываем... Мы сначала прибиваем. Давайте сначала прибьем, а потом всех запрем. Сейчас выйду. Так быстро она отреагировала. По-моему, она каждый раз быстрее это делает. Ну, короче, это либо будет роковая ошибка, либо вин. Ладно, забиваю. Никто не среагировал. Никто, блин, не среагировал. Я в новом месте. Доски прибиты на гвозди. Это что такое лежит? Ага, от насекомых. Слишком опасно? Стоп, в смысле слишком опасно? А, вот, сюда надо. Стоп, вот сейчас... Я не могу. Надо спуститься обратно. Закрой. Закрой. Я не могу закрыть. Короче, я не могу гвозди эти выдергивать, потому что это будет громко. Меня спалят. Надо дождаться, пока мать пойдет цветы поливать. Иди поливай цветы. Матушка. Моя матушка родненькая, иди поливай цветы. Ты куда ты залезь, урод? Фейковое сообщение, все. Фух. Пойду гляну, кто там не пишет. Действуем супер уверенно.
Хорошо. Теперь давайте, блин, радио. А. Какого света там случилось? Погоди-ка. А? Что? Ну, выпусти! Бежим! Давай! 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 Быстрей! Нервозно! Сядь, урод! Гвоздодёр! Бегом! Что дальше? Что делать? Сюда стрелочка показывает! Нужно сбежаться и прыгать прямо на сено! Как прыгнуть? Я прыгнул! Я сбежал! Да-да-да-да-да! Это тепло, это радость разливается по мне. Звучит, как будто я обоссался, но нет. Это тепло от счастья, от того, что обоссался. Концовка 4 из 8. Тут 8 концовок. И вы получили только одну. А, еще одна концовка. Первая, это когда меня лупят ремнем. Ее я получал уже очень много раз. Ровно 6 часов я проходил эту игру на эту концовку. 6 часов. Я так понимаю, у меня там еще ведь ключ от ворот был. Это, наверное, концовка какая-то там другая. Я мог одновременно 2 получить. Точнее, я был перед выбором, какую получать. Но я думал, что на крыше будет какая-то еще, не знаю, какой-то еще важный предмет. А оказалось, это просто концовка. Мне очень понравилась эта игра. Прям супер круто сделано. Это как метель, только более изощренная, что ли. Ребята из Linked Squad молодцы. Очень классно сделали. Поэтому выражаю вам максимальный респект. Это было максимально нервозно. И мне это очень нравится. Игра заставила меня ощутить много адреналина. Я думаю, я заслужил лайка. 6 часов проходил, блин. Поставьте лайк, пожалуйста. Но если хотите, чтобы я прошел другие главы и другие концовки получил, пишите об этом в комментариях под видео. Ну и подписывайтесь на канал. И, пожалуйста, поставьте себе колокольчик, нажмите колокольчик, и там все уведомления включите, потому что YouTube задолбал. Всем моим подписчикам, которые не поставили этот колокольчик, просто не показываются уведомления о видосах, и я не могу с вами никак время клево проводить. Это печалит меня. Я не люблю печалиться, я люблю, чтобы тепло разливалось. Поэтому давайте, не забудьте, пожалуйста, поставьте. Ну, а с вами был Юджин, люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю, и всем пять!